Всем привет, друзья мои! И снова с вами я, Светлана. Да. Сейчас уже 12 часов, мы встали в 9, но я ничего не снимала, потому что вы знаете, что невестка не хочет снимать. Я решила ничего не делать. Ну, мы позавтракали, вместе приготовили завтрак. Вместе все делаем, дружно. Помогаем друг другу, убрали посуду, помыли, я попылесосила везде. Сейчас сразу в 11 пришли ее родители, родственники, то есть... И тетя с мужем, и дочка, и этот, в 11 часов уже пришли. Ну, я им, как турецкая невестка, руки одеколоном, потом конфетки предложила. Такой обычай, нужно обязательно так делать. Потом вместе кофе мы, значит, сварили очень много. Не знаю, что мы будем готовить сегодня, как будет, как день пройдет, но вот. Кашка мне виноград принес, виноград я его съела уже. Наверное, мы сегодня никуда не пойдем, будем принимать гостей. Вот уже сейчас начали приходить гости. Ну, такие вот у нас дела и планы. Ну, если будет что-то интересное, я обязательно сниму. Спасибо вам еще раз за ваши просмотры. Вот нам пришла Тейзе Гельди и Байрамлар Тейзе Джем. Проводили гостей мы и смотрим сейчас. И Сафирлер Гиттилер. К нам пришли гости опять. Вот. Тейзе пришла. Одни уходят, другие приходят. Этот уехал. Младший брат. У Эндера с мамой очень теплые отношения, очень. Она из него с ума сходит. Мама, 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 твоя мама, моя мама. Моя мама. Севиором, люблю маму, люблю маму. Люблю. Маму. Маму. Люблю маму очень. Кашки все наперед. Чок мама. Чок мама. Ben diyorum işte gittim ya, kaynalarla tanıştık. Bana patron diyor, patron. Patron gel diyor bana, gidiyorum. Pırmadan mı rozkazıyor? Tam kaynana geliyor. Подарки показывает. Друзья мои, готовлю обед или ужин. Вот сейчас зелень, петрушки у нас нету в этом году почему-то. Ну, бабаджин пошел. От кого-то принес. Вот семизоту, кстати. Семизоты полно везде у всех. Что я хотела сказать вам. Что за климат здесь, я не знаю, что за погода. Я только сяду, я засыпаю. Ну, Ашкам тоже сейчас прилег. Гости ушли. Засыпает. Мы вечером, наверное, как жара спадет, походим тоже по родственникам. И я вам снимаю что-нибудь интересное. А сейчас я готовлю печень нашей овцы, хулиганки. Печень, сердце, вот решили сделать тантуни. Потому что мясо уже каждый день едим, уже надоело, оно такое твердое. Плохо вчера было пожарено у них, не знаю, жевала. Извините, что не смотрю на вас, покажу сейчас, как варится. Что вам показывать, вы же вы мне все знаете, как я варю. Вот. Вот. Это кастрюльки сегодня не на костре, а здесь салатики. Сейчас туда лучок добавлю, немножко изменю мамин рецепт. Готовила вот такой вот салатик, как всегда знаете вы. Мой Ашким уже проголодался, стоит рядом. О, беклиор емек. Беклиор. И печень вот готовая. Печень, сердце, все, что есть. Все, выключаю, хазыр. Пошли мы кушать. Капотельма. О, турмьерсон ворода. Ben oturacağım. Otur. Ben güzel istiyorum. Çok sevdim. Mevkiz var bana. Как мы вкусно сидим, кушаем. Посуде без очень вкусно, приятно так на море говорю. Дениз да диорум бизо турьорус. Бахчеда, бахчеда, чок гюзель, чок лезет ли емеклери и йорус.
Ciğer gibi yaptı. Ciğer, ciğer. Kuzu ciğeri. Наверное, наберу здесь 5 кило. Ой, кошмар будет. Тези домой. Она очень гостеприимная. Разрешает снимать мне. Вот такой у них балкон. Сейчас зайду, покажу вам кухню ее. Мутфакта, гостериджем. Вот мутфакт у нее. Все необходимое есть. Деревянные потолки. Видите, как газ. Она живет одна. Сыновья приезжают к ней. Вот ванна, туалет для горячей воды. Вот есть бак для этот. Такой туалет даже есть. Видите, она душ принимает здесь. Ну, посмотри, воду закрою сейчас. Ну, женщина одна живет. Все закрыла. Так, вот шкафчик такой здесь. Пойдем сейчас внутрь. Мне такое чувство, что он упадет. Вот Тези. Вот такая печка. Здесь она ставит зимой труба. Видите? Тут электричество. Там у нее фотографии внучек ее. Вот все. А вот я, турецкая Гелина. Только после обеда и быстро вперед по гостям. Вот анемчик у меня. Вот такая лампа. Все вам показываю. Ты фотографию внуков, сыновей. Тут окно нет. А здесь просто занавеска. Окно здесь одно. Вот на этих диванах спят. Вот Тезадим. Не докачак. А, колония, колония. Тешекюрлер, тезеем. Тешекюрлер. Бен сана да истедим чекерли вермек, ама чиктим сен коштум. Насе сен кон? А, тешекюр эдерим тезеджим, тезеджим. Тешекюр. А, анладим тезеджим. Тамам, вот покажу ее вторую комнату. Видите? Вы видели ее невесту, так закрыта. Вот здесь именно такая спальня. Сыновья ее спят. Сейчас мы будем сидеть и сплетничать и поговорим. Конушарышим дебиса. Видите, пол какой деревянный, хороший. Вот такая вот комнатка. Это две сестры. Занимаются сплетнями. Какие они сладкие, посмотреть на них. Ой, они, знаете, тоже не разговаривали месяц. Мы приехали, и они, тетя пришла к нам и заговорили. Когда я приезжаю, все мерятся. За этот курбан байрам соло конфет съела. Он такой вкусный. Знаете, что такие мне конфеты понравились? Фирмы Кент. Кент. Очень хороший бренд в Турции. Конфет. Очень вкусный. Ашкин пошел туда в парк мужской. А мы здесь вот сидим, будем сейчас разговаривать. Вообще такое обычай, что когда к тебе приходят, ты должна ответный визит сделать всем родственникам, кто к тебе пришел. Мы сейчас, наверное, пойдем еще по всем, кто к нам пришел. Annem, bir şey sormak istiyorum. Otur dedim, bu nazlandı biraz. Dedim yanına otur. Onu oraya oturtup hocasını yani sen ayrılmaya götürün. Annemcik, annemcik bir şey sormak istiyorum. Onun teyzenin koca. Ha. Ve babacığım kardeşleri. Ha, hep aile. Какая, знаете что, друзья, какая у них история? У них братья моего свекра, вот, короче, пять мужчин, пять братьев и пять сестер, они все поженились, родственники. Представляете, один пришел, сосватал, понравилась какая-то невеста.
сестра. И вот так пошло. И 5-5 поженились, а все в одной семье. Чок или генчвар? Чевич. Да, камберине.